блокчейн используют для защиты от будущих кибератак, таких как WannaCry. Как сообщает Cointelegraph, Лондонский городской университет и Индийский технологический университет в Харагпуре создадут консорциум, который поможет обезопасить медицинские учреждения от влияния международных киберпреступлений. Как известно, Министерство здравоохранения Великобритании больше всего пострадало от вирусной атаки WannaCry. По заявлению профессора Раджараджана из городского университета Лондона, консорциум исследует возможности архитектуры блокчейн для обеспечения безопасности при обмене медицинскими данными. Также планируется провести исследование безопасности устройств, которые имеют связь с сетью, используемых в медицинских центрах.